жестко так бахнул, правда. О. Друзья, всем огромный привет. Сегодня будет очередная рыбалка. Хочу сходить в одно место, где еще ни разу не рыбачил, но знаю про него. Вот. На водохранилище все так же. Уйти уже тяжело, снег наварил, хотя для этого времени года его очень мало. Так что рыбалка уже трудовая будет, переключайтесь, будет интересно. Погнали! Да, идти, конечно, жесть просто. Здесь вообще никто не ходил, иду по целине, за мной никто не идет. Впереди меня никого нет. Поэтому, скорее всего, буду опять один рыбачить. Хотя думал, что там будут рыбаки. Ну да ладно, надо еще дойти. Фу, все, дошел, друзья. Не могу поверить в это. Но я дошел. Купил себе новые санки. Те санки 5 лет отпахали. Касатка. Тот же самый размер взял. Они вот для меня оптимальный. Ящик помещается. 30-литровый, друг. Прям отпахали, что только с ними не было. Отлично себя проявили. Не зря их купил первые свои рыбалки. Так, что, надо расчехляться. Остался и холод. Не знаю, многие пишут, вот, типа я две лунки бурю. А смысл какой, я не понимаю. Засунул в одну лунку, лишнюю раз лунку бурить, рыбу шугать, я тоже не вижу смысла. Поэтому, ну, запутается иногда балансир там или рыба, ну, ничего страшного, это один к десяти такой случай, даже меньше. Вообще не напрягает. Если кого-то нервирует, то, ну, бурите две. Я же не против. Часто вот слышу навязывание каких-то своих устоев. Я вот это вообще не понимаю. Ну, нравится так рыбачить, рыбачьте так. Я рыбачу вот так. Ох, лед уже капец. Здесь, друзья, очень много рыбы, но не берет и все. Хорошо поднимается, но не атакует балансир. Я не знаю, что делать. Есть. А вот и клюнул. Не сказать, что мелкий, кстати. Будем сейчас раздразнивать. Сделаешь ты еще. Будем как-то пытаться уговаривать. Все, и сразу исчез. Прикиньте. Есть. Только пришел на новую лунку. Есть волосатый. Много тоже. Будет ли активный? Вот это вопрос. Сейчас посмотрим. Вообще небольшой. Матросня, блин. Матросня маленькая. Эх.
хоть активного нашел. Подкидывание легком. Забагрил, короче. Подбородок. Сошел, блин, об кромку. Задел, зараза. Большой, блин. Вообще прям маленький. Да. Сместился немного в другое место, друзья. Сейчас посмотрим, будет здесь что-нибудь, нет. Есть. Вот, вот он весь вот такой. Хоть ты тресни, блин. Мелкий. 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 Его много, но он оккупировал все прессингом своим. Он сразу бьет. Спортивная рыбалка, короче, сегодня, вот. Интересно, есть тут крупнее или нет? Да, он голодный. Да, четверку жрет. Но это, извините меня, куда такого брать? Так как мы по первому льду, вот, на Черемшане, он сразу есть. Это что-то как-то вроде как покрупнее. Да, может, подойдет сейчас. И глубина небольшая, 4 метра глубина. Вот он стоит весь на 4 метрах. Ну, хоть оторваться, поклевки почувствовать. Этого заберу на копчение. Очень много его здесь. Я там пробурил несколько лунок, по ходу дела. Не дойду, что ли, до них. Есть. Вот он подо льдом берет. Ладно, будет такое. На копчение мелкий даже больше нравится мне. Жестко так бахнул, правда. О, а вот это уже неплохой полосатый. А вот это уже и крупный подошел. Но это уже зачет, друзья.
это уже зачет. Ну а пока я разловил лунку в соседней, я опустил подводную камеру. Давайте посмотрим, что здесь происходит. Ну а здесь, как вы видите, просто огромная стая полосатого разбойника. К сожалению, размером он не радовал. Но однако же он был очень активным и передвигался с места на место. Хотя некоторые особи лежали на дне и не шевелились. Вот один из полосатых решил попозировать перед камерой. Я думаю, он заинтересовался непосредственно самим объективом и подплыл к нему. Сделав пару кругов почета, он уплыл во свояси. Ну а на этих кадрах окунь интересуется моим балансиром, который находится сзади нас, примерно в 5 метрах от данной лунки. Балансир находился с пол воды, и поэтому окунь решительно поднимался к нему. Ну а теперь давайте посмотрим на поклевки, которые были в соседней лунке. Вообще мелкий. Ну, хоть половить. Сразу нашел рыбу. Через раз бы крупные ловились бы, было бы вообще круто. Есть. Неплохой, кстати говоря. По сегодняшним меркам очень даже такой. Что ж такое? Мелкий.
голодный, блин. Вперед прям хапает. Это вообще, блин, мелкий. Хотя бы чуть-чуть побольше бы. Что ж, друзья, буду собираться домой. Крупного так и не нашел, но в принципе оторвался по небольшому окуню. На мормышку не ловится. Давайте посчитаем по традиции улов. 2, 4, 6, 13, 14, 15 штук я забираю, остальных просто тьма отпустил. Ну вот как-то так, вот такая рыбалка получилась. Взвешивать я уж не буду тут, ну сколько, килограмма полтора может от силы есть. Самый крупный это вот этот вот. Хотя бывало, что это такие средненькие были, даже самые мелкие. Но уже, как говорится, глухозимье. Радуйся, так сказать, тому, что поймал. На этом я с вами попрощаюсь. Ходите на рыбалку. Всем пока. До новых встреч. Встретимся на той самой любимой рыбалке. А я буду собираться домой.